С просьбой о ее строительстве жители обращались к главе региона на одном из приемов граждан. Сегодня рядом со школой готовят еще один участок под строительство, на этот раз детского сада. Рассчитан он будет на 220 мест, а по проекту на его территории предусмотрен также стадион и даже бассейн. Надо охватить полностью всех детишек, от 3 до 3, от года до 3 до 7, неважно, то есть до школьного возраста, чтобы они максимально были в детском саду. Поэтому просто хотя бы доступность детского сада, не говоря про его элитность. Элитность – хорошо, но доступность – лучше.